Всем привет, ребят. Ну что, скоро нас ожидает обнова на следующей неделе. Не знаю, какая она будет, нормальная, плохая, хуёвая, я бы даже так сказал. Как обычно, у нас из крайности в крайность. В этот раз у нас будет тематика футбола. Будут новые скины, судя по картинкам, которые уже есть. Не знаю, радоваться этому или нет, пока неизвестно. Честно говоря, каждая обнова, как обычно, приурочена к какой-то хрени. То ли футбол будет, то ли еще что-то. Вечно добавляют непонятную фигню, непонятные скины, которые вообще не вписываются в игру. Сейчас я вам постараюсь вывести картинку. Так. Будет по-любому новый герой у нас. Неизвестно пока какой. Так, ну. Так. Вот первая. Ой, сори, первая картинка вот такая. Кто решил сменить прическу? И мне это напоминает парик, на котором мы собираем. Все никак не дособираем. Гребешок петушка, я бы так сказал. Но это у нас, ребята, будет. Сейчас я вам покажу, кто. Я знаю, что вы в комментах напишите, на кого парик. Кто смотрит регулярно стримы. Это у нас будет вот. Сейчас вам разверну. Вот Фрэнки будет играть теперь у нас в футбол. Не знаю. Ну, судя по всему, это не Фрэнки, это кое-кто другой. Не будем называть его имя на стриме, чтобы дабы он не пришел к нам в страшных снах. Ну, не знаю. Честно говоря, я не уверен, что именно такие скины надо было добавлять в игру. Каждый раз новые, каждый раз совсем разные. То есть, я не знаю. Из-за этого, как по мне, игра идет просто по пизде. Ну а второй, многие говорят, что это будет Анубис, похож на него. Если это будет действительно Анубис, возможно, Анубис, тогда получается, что у нас будет второй скин, как я и говорил когда-то, что по-любому будут и вторые скины. То есть IGG по-любому не ограничится на одном скине на героя, потому что надо же им как-то с нас вытягивать денежку. Поэтому все возможно. Но не знаю, судя еще по одной фотографии, у нас будет все-таки, вот если посмотреть, это может это какой-то там, не знаю, внебрачный сын Анубиса вместе с Фрэнки. Сейчас мы вытащим еще одну фотографию. Вот такая вот фотография есть. И тут опять же, если присмотреться, да, там посмотреть предыдущую фотографию эту, заметно, что очень похож на предыдущего героя. Ну, на предыдущую, точнее, картинку. Сейчас я посмотрю, секунду. Ну, не знаю, сходство. Сходство вроде как бы и есть, но вообще непонятно. Если будет Анубис, значит у нас будет тогда и на других героев вторые скины. Зачем лепить Анубису, я не знаю. Ну, я считаю, для меня это бред полный. Хоть там скины дает там преимущество, но херить из этого полностью все как бы весь кайф и прикол этой игры. То есть там у нас есть, да, определенные герои, которые действительно чем-то интересно, да, там вот взять вот эти первые герои без скинов. В одно время у нас начались просто вот герои в золотых каких-то типа доспехах быть. Была надежда на то, что будут какие-то доспехи, вот если посмотреть там с определенного периода. У нас все менялось, то есть герои более такие ставали интересные.
Там, по-моему, с выхода ворожая, я то ли кого не помню. Ну, менялось это все. Сейчас у нас подобавляли кучу скинов, которые вообще друг другу как бы не подходят. Дерево, бля, смотришь, ну просто жесть. Лучше бы сделали Арктику вместо дерева. Анубис с Ронином тоже звезды бейсбола пришли, тоже непонятно, к чему это было. Стрелок еще ладно, куда ни шло, но вот этот, где там он? Призрачный всадник. Просто они переигрались, эти лошадки есть. Походу они в них начали залипать вместо битвы замков. Ну, много есть. Ну, Влада Дракула вообще просто непонятно, что это. Кто там еще у нас? Мне интересно, какой будет скин на профессора Риббита. Я не удивлюсь, если они сделают еще скин мужского пола. Хотя в описании написано она. Ну, не знаю. Хранитель вроде как бы интересно. Неплохо смотрится. Остальные тоже неплохо. Но есть такие, которые просто, бля, жесть. Ну, не знаю, посмотрим, будет больше инфы, тогда уже будет более детальный обзор, будет обзор уже на китайке, когда выйдет обнова. А пока вот так, не знаю, пишите, бомбите, как вам это. Я считаю, эта хрень ставить, делать из игры, блин, из-за того, что идет там чемпионат футбола, делать, добавлять скины в связи с этим событием, ну это бред. Должна быть какая-то линия в игре, которую должны придерживаться, а не просто херачить сюда все, что попало. Ну, все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем пока.